X10. Я его просрал. 295. Опять 300 тысяч, грубо говоря, у нас. Опять 300 тысяч. Блин, сегодняшняя... Что ты делаешь два раза подряд? Что ты делаешь? Друг, ты все еще хочешь попасть в лучший комментарий? Тогда я не пойму, почему ты все еще не поставил лайк и не написал свой комментарий. Как это сделали эти ребята? Давай скорее кликай на кнопку подписаться. Также не забывай про свой драгоценный лайк и пиши свой комментарий, чтобы оказаться в следующем ролике. Удачи и приятного просмотра. И всем огромнейший привет, друзья! С вами, как обычно, я, Саня. Вы на канале Играт, и добро пожаловать! Сегодня у нас будет суперский видеоролик про ваш любимый NextRP, казино и так далее. Давайте все, я не буду долго с вами тут разглагольствовать, и мы откроем подарочный кейс, и я надеюсь, что мне выпадет премка, потому что я хочу сегодня подкрывать, может, донатную лотерею. О, сколько премок пролетело, и мне, конечно же, выпадет спагетти. Спасибо. Спасибо. Не, ну, конечно, проплачено. Столько премок, да, действительно. Итак, мы сейчас с вами, ребят, зайдем. А где я нахожусь? А, я на дальнобое. Короче, сейчас быстренько. Да хорош мне пихать донат, а! Донат. Заебешь. Сейчас с вами отправимся в московское казино. И там я уже продолжу съемочку. Ну что ж, друзья, мы с вами находимся в казино, и для того, чтобы играть в классическую рулетку, 190 тысяч это будет маловато, поэтому я хочу рискнуть и пойти поиграть в золотой череп. Чикаго мне не везет, давайте в золотой череп на все бабки, вот просто на все бабки. Посмотрим, насколько я везучий. 34 миллиона, Рома, нормально. Так. Минимальная ставка 500, я буду играть где-то, наверное, по 2500, возможно, и выше. Ребят, прожмите лайк, подпишитесь на канал, Опа! Сюда! Видите, если вот вы подпишетесь, у вас будет удача такая же, как у меня. Давайте, ребят, поддержите, давайте к Новому году 7000 сабов соберем. Вот каждый, кто смотрит этот видеоролик, подпишитесь. Огромное вам спасибо. Оставляйте свои комментарии, будьте в топах и наслаждайтесь моментом, ребят. Итак, мы выиграли, мы уже чуть-чуть выиграли. О, еще 25 тысяч, блядь, такое ощущение, что надо повышать. Почему бы и нет? Так, блин, ладно. Тут уж не повезло, я думаю, сейчас повезет. Ага, хер. Так, мы в плюсе на 15 тысяч. Так, ничего это не дает. А почему? Пятый или четвертый раз я уже кручу по 5 тысяч. Так, два патрона это X2. Не, подожди, это X3. Пойдет. Мы в плюсе на 25 тысяч. Крутим дальше в надежде. 3 доллара, еще 25 тысяч. Господи, как будто миллион выиграл. Саня, хули ты орешь? Так, может ставку по 10, ребят? Почему бы и нет? Если мы в плюсе, казино дает, возможно... Ой, два патрона, это уже хорошо. Это уже прекрасно. Прям... А, насыщает мой организм позитив. Блять, опять два патрона! Лучший! Просто, блин, и вот я не играл на Востоке миллион лет. Единственное, что мы на стриме с вами нафармили бабосиков для того, чтобы прийти сюда. И ты смотри, как оно сыпет. Прям сыпет одно и то же, заскамили мамонта, блядь, я уже в плюсе на 75 тысяч, какие 80, 85 тысяч. Так, к сожалению, одна радиация не упала. Ты смотри, что происходит. Ни хрена не происходит. Ладно, а если рискнуть двадцаточкой поиграть? Раза два так крутануть. Ну, блин, а? Ну, ах, к сожалению, минус уходим. Сейчас бы хотя бы какая-то X2. О, 60 тысяч. Патроны прям рекой сегодня льются. Вот реально, хорош. Не в плане хорош, что хватит, а в плане то, что красава! Красава, блядь! Красава, белиссимо! Ты смотри, я взломал, походу, эту игру. По двадцаточке дальше крутим. По двадцаточке иду. Хорош! Не, что-то надо, мне кажется, понизить. Что-то разошелся, молодой. О, пацаны, мы пришли, у нас было 190, уже 300 тысяч. В принципе, неплохо за 2 минуты потраченного времени. Так, доллары! О, еще 25. Ну, это глубочайшее спасибо.
Я жду, на самом деле, 5 комбинаций. Вот 5 комбинаций, это было бы прям что-то с чем-то в московском казино. Потому что можно поднять будет, ну, большие суммы, между прочим. Давай по десяточке, Вот просто пацан сказал, пацан сделал. Десяточка и 2 доллара. Где же третий? Третий? Наверное, уехал по делам. Так, тут тоже разъехались по делам все. Все такие занятые. Опа! Нормально. Пойдет. В принципе, мы не против, чтобы хотя бы X2 какой-то выпадало. Это тоже ничего. Лучше стоять на месте, чем уходить прямо в огромный минус. Я же подавился слюной. Смотри, что происходит. День патронов. Нормально, сыпешь. Давай еще. Давай по 3, по 4. Ля, по двадцаточке, пацаны, пошли по двадцаточке крутить. Пистолеты, патроны. Не. Еще раз, патроны. А смотри, ну как, оно все синхронно. Оно прям все синхронно. Так, 240, что-то я по двадцатке слишком сильно пошел. Вам не кажется, что я по двадцаточке сильно пошел? Надо по десяточке. Десяточка, и сейчас 3 совпадения. Ага, оба. Что там у меня произошло, подождите секунду. И я снова с вами, у меня коты просто балуются. И я отходил буквально на секунду. Ну, до вас это прям секунда, а до меня это было 5 минут. Ладно, неважно. Мы выиграли 240, и я думаю, надо... Нет, давайте продолжим по 5. По 5, почему бы и нет, пару ставочек сделаем по 5. Не, ну смотри, как оно сыпет, реально. Оно хотя бы дает X2, X3. По сравнению там с прошлыми сериями, такого вот прям реально не было давно. Хотя в прошлой серии у меня было 5 совпадений. 4 совпадения выпадали. Но мы с вами-то и были, друзья. Мы с вами были в Рублевском казино, а это Московское. Тем временем, пока я с вами пиздел, пока я ходил за котами, удача ушла от меня. И у нас уже 215 тысяч. А я напоминаю, что мы пришли сюда, у нас было 190. Значит, что? Мы приближаемся к порогу. Какому порогу? К дому своему, ебать. Чаёчек. Всем приятного аппетита, кто пьет чаёчек, кофеёчек и вообще кушает. Итак, кто не рискует, сука, тот не пьет шампусик. Я хочу сделать сейчас 2-3 ставочки по 25 тысяч. Потому что удача почему-то отвернулась от меня. 2 патрона! Хорош. Возвращаем бабки, по 5 пошли. Удача при мне, значит. Слушай, патрон... Хорош. Надо было еще раз по 25 ставить. И смотри, оно как идет прям красиво. До 300 тысяч мы прям набираем. А вот дальше что-то вот не прет. Мне кажется, надо по пятере ставить. Вот пятера реально прет. Сломанная пятера. То есть, смотри, сейчас будут опять какие-то 2 совпадения. Ну вот, 2 совпадения, но это не те 2 совпадения, которые мне нужны. Либо патроны, либо пистолеты, а все остальное давай по 3. Да можно и это по 3. Вообще ни хрена не падает. Да как так-то, братан? Ты только что мне дал до хрена и все на этом? Давай по 10. Окей, уговорил. 2, 3 и сейчас по 10 крутанем. Вот было бы хорошо, если бы золотишко. Золотишко третьим было. Но почему-то нет. Короны. Опа! 2 черепа. Давненько. Прям очень давненько мне не выпадали черепа. Тут хотя бы 2. И на этом спасибо. Продолжаем. Ничего. Крутим дальше. А это мы по десятке крутим. Я думаю, что так много? Что так много насыпало? Но не... О, да! Я думаю, смотрю, и третьего совпадения нет, и я уже чуть не обиделся, и 2 черепа выпадает. Идем дальше, крутим по десяточке, 275. Ну, немного ставим на месте, но мы, между прочим, мы в плюсе. И это хорошо, и это прекрасно. Так, ребят, надо лайк прожимать срочно, если на канал не подписаны, подпишитесь. Блять, я, конечно... Наверное, заебал вас этим, но всего лишь я это говорю, потому что многие из вас не подписаны. 70% людей, которые смотрят ролики, они не подписаны. Вот давайте изменим статистику в лучшую сторону. Подпишитесь. Итак, нихуя. Еще раз за десяточку.
Нет, семерки, правда, вот вообще не падают почему-то. А, зачем я за двадцатку кручу? Да, зачем я крутил за двадцатку? Надо по пятере крутить. Я опять подхожу к тому самому порогу. Он, короче, дает, потом забирает. Не, ну я так не договаривался. Не, я, мне кажется, что мы уйдем сегодня ни с чем, потому что уже 200 тысяч. А было, между прочим, а, ну да, конечно, все, уже 195, еще 5 тысяч и все, и 190. Так, так, 10, а, ну да, понимаю, вообще ни о чем. Решила все-таки что-то дать. 195. Два совпадения. Все, 190. С чем пришли, с тем мы уйдем, походу, или как? Я предлагаю продолжить. Я предлагаю прям продолжить и в надежде, что выпадет 4-5 совпадений. Скорее всего, этого не будет. Вначале прям отлично сыпало. Патроны. Все, что хочешь тебе. О, во, во. Можешь же. Можешь. Давай 3 патрона. Нет, не хочешь. 3 радиации, но не близко друг к другу. Радиация, семерка, так, семерки. Семерки тоже как бы очень редко выпадают. Короны редко выпадают. Так, я решил увеличить сумму на десятку. В надежде, что выпадет сейчас 3 хотя бы совпадения. И будет хорошая сумма денег. 3 короны! 150 тысяч, дамы и господа! Я только про них говорил. 310. 310 тысяч. Надо срочно менять. Надо срочно менять, по пятере начинать крутить. Нельзя продолжать на ту же сумму крутить. Иначе будет фейл. Ничего не будет давать. Надо меньше ставить. Я б такой, что прям вообще минималку сейчас покрутить пару раз. Пару десятков раз. А потом опять по-крупному играть. Или хотя бы по 10. Блять, нахуй я увеличил. Ладно, ладно, 2500 поставлю. Гарантированно мы сегодня уже 3-4 раза поднимаемся до 300 тысяч. Гарантированно. И это ли не чудо в NextRP? Он по... Опа. 2 короны дают все-таки что-то. А, X2. X2, я понял. Ладно. Так, 295. Патроны, нет? Нет. Так, увеличиваю сумму до 10 тысяч и кручу... Просто 5 раз. 5 раз. Эх, доллар, где ты, блядь? Ну куда ты делся? Куда ушел? Понимаю. Это 3-й раз. Это 4-й пошел. О, нормально. И это 5-й раз. Но я в минусе все равно с этих прокрутов по 10 тысяч. Понял. Так, по 5000. По 5000 сейчас будут, смотри, у нас пульки. По идее, пульки должны быть. Блин, где-то я такое уже видел. Оно повторяется. Так, револьеры. Нормально. Вот по пятере очень часто X2 выпадает. X3. Конечно, хотелось бы что-то сейчас еще такое крупное. 3 короны, да? 150 тысяч. Было неплохо. Ну как же так, а? Ну вот, видите, мы опять уже подходим к той сумме, которой мы сюда пришли. Опа! 50 тысяч, блядь, я по 5 ставил. Это X10 был. X10. Я его просрал. 295. Опять 300 тысяч, грубо говоря, у нас. Опять 300 тысяч. Блин, сегодняшняя... Что ты делаешь 2 раза подряд? Что ты делаешь? Что ты творишь, Карл? Этого не может быть. Такого у меня не было. 2 раза подряд одно и то же. Ты меня прям заставляешь ставить больше. Ставить и ставить. 330 тысяч. Уже 320 тысяч. Скорее всего, сейчас ничего не будет падать. Скорее всего. Так, я предлагаю... По 2500. И тишина, понимаю? Я сейчас немножко еще отхожу от той ситуации. О, нормально.
семерочки пошли в ход, что выпали два раза подряд револьверы. Я до сих пор не могу отойти от этой ситуации. И два раза я поставил по 5000 всего лишь. Хотя мог бы поставить больше. Давай сейчас по пятере поставим. Раза два, три. Может, что-то еще прикольное выпадет. Все, у нас опять 300 тысяч. Ну, никак я не могу, блин, пробить этот рубеж. Ну, по десятке, окей. По десяточке я готов еще поставить, ну, вау, 50 тысяч. Неплохо. 340, дамы и господа, новый рекорд за сегодня. Уже 340 тысяч. Продолжаем, почему бы и нет. Вы прожали лайк, подписались на канал, а я продолжаю играть. Специально для вас, Саня Играт, на первом канале. Так, две короны, между прочим. Это X2. Блять, было бы сейчас три короны. Это было бы так хорошо, так красиво. Блин, казино дает. Вот оно сейчас дает. Я не знаю, заберет ли оно у меня все к концу ролика. Но пока что оно дает. Еще раз за 10 кручу. Еще раз. Давай, родная! Нет, не дала. Последняя ставка за 10. Ну почему вы не рядом? Так, чтобы особо не рисковать, давайте по 2500, потом по 5000. Вот опять мы уходим за 300. Стоим на месте, грубо говоря. Доходим до 300. Все, уходим опять за них. Возвращаемся к 190 тысячам. Конечно, не хотелось бы, но... как получится. Оно может сейчас вообще прекратить давать. Хотя я пытаюсь тут что-то уже, танцы с бубном. Пытаюсь... опа! А, ну я думал, 3 хотя бы будет. Нет, всего лишь 2. Вот что-то сейчас нужно такое хорошее, чтобы перебороть вот эти 340 тысяч. А оно, видишь, оно вроде пытается 3 дать, а ни хрена. Ни хрена. Вот опять пытается, но не может переосилить себя. Такое ощущение, что он уже все, лимит свой исчерпал. По 50 тысяч подавало, 150 максимальным. Ну вот, видишь, опять что-то пыталось и не смогло, не смогло. Я думаю, сейчас надо по десятке поставить. Если не попрет, то, ну, значит, не судьба, не судьба. Нет, не судьба. Еще разок, бог любит троицу. Вообще ничего не падает. Вот просто с 300 тысяч нихуя не падает. Вот, смотри, вообще ничего не падает. Ну как так-то? Тупо засхамили, блядь. Вот, все, уже 217. То есть остается совсем чуть-чуть до 190 тысяч, с которыми я пришел. А до чего тогда это все нужно было? Зачем мне вот это вот стоять тогда на месте? Все, 197 тысяч, осталось 7 тысяч. Блядь, да ты гонишь, Вась. Я рискую, по 25 тысяч играю. Я не хочу так просто заканчивать этот ролик. Бездумно. Дай мне что-нибудь с X10. X5 хотя бы. Дай мне, Вася. Все, он вообще перестал давать. Вообще от слова совсем. 112 тысяч. Все, ну это габелла, дамы и господа. Это просто забей. С 300 тысяч он мне вообще ничего не дает. Уже сколько прокрутов было. Ни хрена не дает. От слова совсем. То он давал, теперь не дает. Так, у нас осталось... да у нас ни хрена не осталось. Я предлагаю просто 5 раз еще по 10 крутануть. И за 2500. Я так радовался вначале. Я так был счастлив. И так разочарован то, что сейчас прям вообще ничего не происходит. Вот и... вы видите, да? С 340 тысяч ни разу ничего не упало. Абсолютно нихуя. Вот это подстава. Это истинная подстава. Это подкрутка. Блять, даже X2 не падает. Даже X2 не падает. Все, 2500 последние. Ясно. Пошел я нахуй. Все как обычно. Спасибо. Да-да-да. Случай в казино.
обосрались в казино, все как обычно, донат вас ждет, все нормально, ребятки. Бля, я херей, вот просто извините меня за мат, может много матов, но это пиздец, это реальный пиздец. Сначала так хорошо все шло, а потом, ну вообще ни хрена не падает. Ну прям вообще от слова совсем, и я чередовал, и так, ни хрена не падает. Подкрутка. Я считаю, что это подкрутка. Сначала была замануха, а потом это стало подкруткой. Если вы считаете как-то иначе, пишите об этом в комментариях. Обязательно прочитаю, обязательно лайкну. И до новых встреч. Пока-пока.